Доброго всем времени суток! Здравствуйте, мои родные подписчики и подписчицы! Приветствуем всех на своем канале! Я очень рада, что начался сезон курортов отдыха. Все в поиски кинулись в турагентство, хотят больше узнать информации, чтобы им рассказали, куда им поехать, им посоветовали. Вы знаете, я когда захотела поехать, отвезти свою семью отдыхать, я столкнулась немножечко с проблемой. В турагентствах девочки сидят не совсем квалифицированные, не совсем могут рассказать то, что хочется. Просто показываю тебе прайс-листы, показываю тебе картинки. Больше информации я не узнала. Хорошо, что я попала на агентство Тропикана. Мне очень понравилась девушка Оля. Как она все доступно рассказала, она является хозяйкой, она сама ездит по этим курортам, она там бывает, поэтому много может рассказать информации, проблем с этим не было. Она мне рассказала про очень многие курорты, отели, из них уже мы выбрали то, что я захотела, и по цене, и то, что мне было необходимо для меня, для ребенка моего, то есть для нашей семьи. Когда мы поехали, я осталась довольна, мы были на Шерм-эн-Шейхе в Египте. Кто собирается в Египет, оставайтесь со мной, возможно, вы узнаете некоторые моменты, если вы никогда там не были и собираетесь туда поехать, я вам расскажу маленькие мелочи, которые не оставят вас без внимания. В первую очередь, когда вы уже собрались, у вас уже билеты на руках, вы собираетесь в аэропорт, возьмите, купите полиэтиленовую пленочку пищевую, обмотайте чемоданчики. Почему я это говорю? Потому что в аэропорту такая услуга трех чемоданов не обошлась $40. Это дорого. Многие люди, которые знают, они постоянно перемещаются, они летают. Они это дома делают самостоятельно. Посчитайте, вы будете лететь туда, будете лететь обратно. Это $80, это очень много для вашей семьи. А если ваша семья не рассчитывает на такой бюджет, то есть траты не запланированные. Это первый момент. Второе. Декларация. Когда вы заполняете декларацию, вам дают. Конечно, вы теряетесь от незнания, английский язык, караул, помогите. И вы платите денежку $10, вам заполняют. Если вы совсем не дружите с английским, вы же не такой глупый человек, правда? Посмотрите, что пишут. Вы можете первый раз потратить эти $10. Посмотрите, что нужно. Визуально заполнить, запомните. И обратно, когда будете лететь с Египта уже в Россию, на Украину, к себе на родину, вы сами заполните эту декларацию. Это не проблемно. Еще один немаловажный момент. Вы прилетели, все замечательно, все хорошо. Приходите на пляж. Хотите войти в водичку, а там кораллы. Войти вы не можете. Смотрите, все ходят в обуви. Обувь специальная. То есть простые вьетнамочки туда не пойдут. Вы позбиваете все пальчики, а если это еще будет ребенок, ребенок ваш будет плакать, он захочет водичку, потому что подводный мир там очень красивый. Захочется к рыбкам, зайти невозможно. Вы побегите покупать обувь. Эта обувь стоит $6. Посчитайте для вашей семьи по $6. Сколько обойдется 4 члена семьи. Я вам сейчас покажу эту обувь. Конечно же, мы ее тоже покупали, потому что сколько у меня друзей ездили, и ни один человек мне даже не сказал, что там такая проблема. Одна, конечно, подруга выбирала специально пляж, она узнала об этом, что есть такие моменты, выбирала спецочек, потому что у нее была маленькая дочечка, и они ехали именно туда, где песочек, где можно войти ножками. Покупали мы вот такую вот специальную обувь. Видите, тут сеточка, тут затягивается. Это мы ребенку брали. Что на ребенка $6, что на взрослого. Стоит такая обувь. Водички очень комфортно в ней, очень комфортно. Это были мои. Вот они все сеточкой. Они водичкой не набираются. Вода в них, ножка не хлюпает. То есть очень комфортно. Мы в них и плавали, мы в них и ходили. Хотелось
ходить и смотреть, где рыбки, мы за ними гонялись везде. Ну, они везде и повсюду, но все-таки мы могли хотя бы перемещаться. То есть, один вечер мы прилетели утром, и вот мы в течение дня, я нормально в воду не смогла зайти, пока вот я на людях не увидела вот такую вот специальную обувь. Если у вас есть возможность, найдите магазинчики и купите. Мне кажется, они у нас намного дешевле. Я, конечно же, не смотрела, потому что она у меня уже есть, мне она не надобна. Еще такой момент, немаловажный. Обязательно купите трубочку и маску. Как я уже говорила, подводный мир там очень красивый. Вы не сможете просто плавать, вы захотите постоянно быть в воде. Там все люди как поплавки, бабушки, дедушки, детки, и мы были как поплавки. Это такая прелесть, наши глазки только наблюдали подводный мир, морские звездочки, как это красиво, как в аквариуме плаваете. Такая красота невозможно описать словами. И даже эмоции выразить свои очень тяжело, это очень-очень красиво. Мы купили маску, но мы ее покупали у нас на Украине. Давно муж покупал, маска профессиональная, она стоила $200. Там специальные стеклышки, глазки не запотевают, то есть все хорошо видно, водичка не поступает, маска замечательная. Но это было давно, когда курс был еще по 8 гривен. Сейчас курс 25 у нас. Ну вот и посчитайте, сколько это все обходится. Если вам купить, маска стоит $8, 4 маски купить, 4 трубки. Это еще приблизительно плюсики к вашим растратам. Конечно же, это лучше сделать здесь. Я сейчас покажу маску. Она таких денег, я не знаю, вообще не стоит. Мне кажется, она у нас вообще... Представляете себе, даже вот $8, у нас доллар 25 гривен. Это очень-очень дорого. Мне кажется, у нас можно найти намного дешевле. Это обычная пластиковая такая вот трубочка. Ну, как маска, я уже говорила, у меня профессиональная. Она специально для подводного дайвинга. То есть в ней нырять можно и все, что хочешь. Не можно. Вот такие вот немаловажные моменты. Я очень хотела снять это видео, рассказать именно не столько про декларации, про чемоданы. Хотя это тоже немаловажный момент для семьи. У нас очень дорого ушло на эти чемоданы, на эту пленку. Я очень ужасно разозлилась, скажу вам честно. И еще хорошие вещи берите с собой. Либо компьютеры, самолет, планшеты. В серединку их не ложите. Что-то ценное забирайте с собой. Драгоценности. Вот, все это должно быть вместе с вами. Не нужно в багаж сдавать. Вот такие вот маленькие моменты. Они немаловажные, они нужные. Я надеюсь, что я буду вам полезна, что вы посмотрите мое видео и не оставите его без внимания. И оно вам сохранит ваш семейный бюджет. Я желаю вам всем счастья и хорошего отдыха. До свидания, мои родные!